В этой профессии я нахожусь уже очень давно. Более 10 лет назад я закончила первые свои курсы в Эстонии, в школе Маринейд. Моя первая ученица была Анастасия, она была очень добрая и приятная. На чемпионат мира на Олимпе впервые в жизни я попала 10 лет назад. Это была Америка, Калифорния. Я там заняла первые 4 места. Когда объявляли на церемонии награждения мою фамилию и имя, постоянно путали страны. Либо это была Швеция, Германия, Россия, все что угодно. Но они никак не могли понять, что есть такая страна Эстония. В тот момент мне немножко стало не по себе за нашу страну, почему ее вообще не знают в других странах. И у меня образовалась мечта. Я очень мечтала, чтобы в Эстонии появился конкурс мирового уровня, чтобы люди с других стран съезжались, обменивались опытом, получали удовольствие, росли и были лучшими мастерами в мире. Когда ты сидишь на конкурсной площадке, ты начинаешь думать и действовать совершенно по-другому. У тебя начинает работать голова вообще в другом направлении. То есть открывается именно... Я не знаю, что это открывается. Какая-то чакра, которая помогает. И именно в зоне соревнований человек получает карьерный рост. Он получает колоссальный опыт. У него усваиваются те знания. И он борется сам с собой, он борет свой страх, у него появляется самоуверенность в себе, и она также отражается на работе. Творческий уровень раскрывается настолько, что ты после соревнований начинаешь понимать, что ты действительно чего-то можешь, и в тебе открывается очень много других дополнительных талантов в росписи, в художестве. Может быть, ты просто о них не знаешь, но они появляются сами по себе. Когда ты получаешь награду, проходишь вот этот сложный путь и борешься со своим страхом, ты становишься намного сильнее, увереннее в себе. Ты начинаешь прежде всего уважать сам себя. Но если ты уважаешь сам себя, то и все окружающие, они начинают уважать тебя. Чемпионат мира на Олимпе пройдет уже совсем скоро. 11 по 13 мая в рамках выставки «Илусыну». Я приглашаю всех мастеров принять участие на соревнованиях, окружать себя людьми высокого уровня, конкурировать с ними, достигать своего успеха, тянуться к своим победам, побеждать и выходить на мировой уровень.